Италии он вообще был разрушен. Что какой-то горизонт, а то, что это лес, и там первый план, второй план, так, не Валя, видно. Наверное, давно не выезжала. Да. Не знает, что помойку брать. Как вот церквушку отделывают. Что нам там где-то надо было прям поехать. А вот не помню. Да, угу. Там. Тут асфальтик вот у них сделан. Была плохая. Да, была вообще жуткая. Это направо, уверенно. Ну вот здесь где-то. Мы ж ходили пешком. Вон, дух захватывает. Из машины, конечно, не то. Ну, в смысле, на видео вообще непонятно, что это лес. Что ты с горки съезжаешь, а там внизу вот это, да. А Вера это кто? Вера это Валина племянница, Тоня Кочка. Так, направо? Точно? Ну, небольшой экскурс. Большой дом. Мы уже в гостях. Это моя тетя. Вот тут парничок. Немножко перчиков. Вообще красивый участок. Мне у них нравится всегда. Вот. Там немного огородика. Такая беседочка. Здесь получается душ, туалет. Вообще здесь очень много туалетов, но они все время навороченные, делают новые. То один, то другой новый туалет. Ну вот, в общем, был старый, это второй старый туалет. А там, наверное, третий новый туалет. Ну, в общем, так. Мы давно не были, поэтому вот здесь точно душевая, а здесь, наверное, новый туалет. А может быть, это новый туалет, короче, не знаю. Сейчас будем смотреть. Давно здесь не были. Вон домик, может быть, это душевая новая. Ну, в общем, просто большой такой, свободный, красивый участок. Нет ничего лишнего. Вот. Хочешь, загорай, хочешь, что хочешь, делай. Красиво, в общем. Вот, Вера, ты была там?
Владимирская. Вот что-то она про нее говорила, не знаю. Мне кажется, она была замужем. Почему она уезжала в Грузию? Да. Они уехали. Вот теперь музыка играла, тут пляска, она мне на ухо рассказывала. Вот некому теперь сказать. Слушай, нет, Ира, а Вера, это ведь Зинина дочка, да?